И снова здрасте! Paint the Town Red. Пользовательские уровни, как всегда, все, в принципе, как всегда. Что у нас сегодня? А сегодня у нас таун, то есть город. От уже небезызвестного для нас Red Cat. Стандартная процедура. Мы убираем громкость музыки и смотрим, что же там у нас за таун. Я, если честно, плохо разбираюсь в этих самых ваших английских, японских. Первое, что мы делаем, мы загаживаем весь пол. Черт твоей матери. Все облили. Тут уже писился. И не говоря худого слова, даем по кумполу вот этому товарищу. Потому что он меня ненавидит, и я это знаю. Ай. Нафиг. Ой. Битка. Ау. Чего вас так много-то? У меня мало. На! Блин, какой деревянный-то, а? Буратино, что ли? Уйди от меня. Повар, тебе что? Уйди. Ай-яй-яй-яй-ой-ой-ой. Пол вон. Да-да-да, я верю. А мне плевать. Что за вопль, это страшно. Прыгиваем, уходим. Эй, я попал в длинного? Я ж попал в длинного. Не попал. Да длинный, я ж в тебя должен попасть. Ё-моё, что ж ты такой-то? У меня сюрикен, я ниндзя. Оп. Лучше бы ты об пинка упал. Блин, обо что я спотыкаюсь? Поварской колпак этот, что ли, дурацкий? Брысь. Да куда? Не убегай. Умрешь уставшим. Так, что тут у нас за страшное побоище? Блин. Это как-то не очень. Эй-эй-эй-эй-эй! И это, кстати, ты вовремя притащил, а то я не дотягиваюсь. Спасибо, мужик. Ой. А это ты что тут делаешь? У тебя ножик. Ты что, сдурел, что ли? Дайте пройти. Правильно, бейте, бейте его, бейте. Я тут сваливаю нафиг. А, тут еще и город целый. Я же забыл, что это не бар, а город. Так, у меня сюрикен. Этот сюрикен надо влепить в чувака с ножом. Все согласны? Будем считать, что все согласны. А где чувак с ножом? А, вон он, вижу. Вижу, все вижу, все вижу. Лови. Попадание! Блин, мне кто-то опять в спину привалил, иди отсюда. Дайте выйти. Ё-моё, как они же любят в спину бить. Боксёр, ты что, охренел, что ли? Ты что делаешь? В боксе нельзя бить в спину. Ты где бокс учился? А? Чертаново, что ли? Так. Полиционист! Привет! Я возьму это. Электрический шокер. Вот вам. Вот вам и вам. И вам, и вам. Повар, блин, стой! Ну что вы такие все подвижные-то сегодня? Бегаете, как я не знаю. Да ладно, ты прям прыгаешь яростно. Шок. Повар упал. А, все, отбегался, отпрыгался. Лови. Упал. Что у нас здесь? Дубинка. Полицейский. Так, зачистили. Опа. Привет. Я возьму палочку. Голововзрывалочку. Спасибо. Ну. Еще желающие есть? Нет? Нет? Нет желающих? Тогда я объявляю этот бар зачищенным. Задрав торжественно палку вверху. Так, а что у нас здесь? Оп. Боксер! Боксера надо валить. Срочно. Они очень злые. З-
Дзынь. Вот так могу. Уйди. Что тебе надо отменить? Ты вообще кто? Зачем сюда пришел? Тут люди спортом занимаются. Например, избивают друг друга блинами от штанги. Это тоже спорт. Кто поспорит с тем, что это спорт? Оп. Боксер. Здравствуй, боксер. Да блин, куда меня эти столы чертовы местные, они мне... Где пошел он? Не, он не хочет уходить. На, покушай. Да на, ё-моё, отвали от меня. Это пищ. Да блин, я думал, упадет. Да падай ты. Наконец-то. Какой упертый, а? Его стульями молотят, а он как будто бы бессмертный. Как Ленин, вечно молодой. Детей любит. Так, на тебе. Да на, ё-моё. Стул, стул. Что они тут все такие прям злые и живучие, к тому же. И гуськом бегают за мной. И шо будет. Так, а что тут у нас еще есть на полу? Из того, что я не разглядел. Лови! Привет. Лови! Лови еще раз! На. Кажется, упал. Но это не точно. Не, он упал, но встал. Так, непонятно, куда улетела бутылка. Привет! Ему пофигу. А! Какой мерзкий повар. Игнорирует мясо. А. С прыжка. Прыжка прям. В прыжке удар стулом. На, блин. Удар свирепого стулоносца, блин. Кунь-фу, ёпта. Блин. Мы тебе еще стукнуть такие. И он за нос хватается. Там уже от рожи ничего не осталось. Он за нос хватается. Ну что ли? Я могу ножик ваш забрать? Вот этот. Спасибо. Очень любезный. Правда, очень упертый. Так, здесь я был, здесь я был. Легко определить, где я был. По очевидным признакам. Открадываемся. И оп! Минус нога. А я подлый. Ничего себе, руки отвалились, это как? Лопопый тоже нафиг пошел. А, тут еще ножик есть. Здесь есть что? Здесь нет ничего. Окурок какой-то дымится. Голопопа, я ж тебя отправил нафиг. Почему ты еще здесь? Минус нога. Прыгает. Под диваном там ничего не спрятано. Я как-то не помню, что это был за уровень, что было за карта, но под диваном нашел дробаш. Нет, никого. Есть холодильник. В холодильнике ничего. Никого. Минус нога. Блин, ну это какая-то нога прочная оказалась. Так, у меня есть помидор. Мужик. У меня помидор. Я опасный. Так, а здесь у нас пусто, да? Пусто. Ну и что мне его помидором, что ли, до смерти закормить? Что я с ним должен делать? У него он свинорез. Дын-на. Дын-на. Нифига себе, он меня чуть ножиком не пырнул. Надо пойти посмотреть что-нибудь. Вот кубик есть. Бильярдный. Влезай. Вот тебе. И вот тебе. Так. Так, приходим сюда и смотрим, что у нас тут осталось.
нас тут где-то был еще один ножик, вот он. Пробуем договориться с гражданином путем ножика. А? Есть, минус нога. Так, где его ножик? Не его ножик. У него был ножик. Эй. Куда он делся-то? Алло. Это мой ножик. А, вот он. У него кинжальчик был такой. Это хорошая штука, кстати. Свирепая. Так. По ноге. Ну, или куда-то в район ноги. Да. Я все. У меня нет оружия, я безоружный. Предлагаю начать мирные переговоры. Все, у меня есть оружие, переговоры закончились. Что там у вас было? А, гребешок. Это мой ножик, кажется. О, вон. Эй! Какого хрена? Его шляпа меня закинула на дверь. Если кто-то вдруг не понял, что произошло. О, понесло-то. Это все, что от него отлетело обратно, запчасть. Это как это разнесло, а? Вот это был пинок, просто огненный. Взрывной пинок, как называется. Провожу курсы по взрывным пинкам, если что. О, спасибо. Эй, стой, стой, останови. Провожу курсы по взрывным пинкам. Сможете одним пинком своего оппонента разорвать просто в хлам. Да. Дайте тебе в нос. Левый прямой у меня хорош. О! Блин. Все, нафиг, нафиг. Все драть. Да, блин. Пока драки не нафиг, на меня нападают. Я вынужден активно защищаться. В рамках действующего законодательства. Ребят, я ж помог. Зачем вы на меня так вот агрессивно идете? Своими шагами, а? Пошел вон. Иными словами. Есть пробитие. Так, рикошет. Не пробил. Все? Отлично. Можно спокойно заняться интересным делом. Блин. Вот сейчас я, кстати, возможно, даже попал. Блин. Ты стой, кубик. Баскетбольный кубик. Вот сейчас, возможно, я даже попал. Просто как-то не понять с дистанции, попадаешь ты или нет. Вот это проблема, кстати. Что там? В лесу раздавались удары по почкам. О, на! Хо-хо-хо, иди нафиг. Иди к черту, иди в баню, я не знаю. Иди гуляй, короче. Так, где у нас было много разных предметов, которыми можно бить боксеров? Уйди, не мешай. Уйди, говорю. Пришлось истратить предмет, чтобы убрать этого, который мешал. Да. Гребешком ему оторвало руку. Какая свирепая игра. Иди сюда. Да ладно. А вот тебе пинок. Иди сюда, у меня стул. На! Лови второй. Тут мебели до хрена. Зря ты сюда зашел, чувак. Ну, я предупреждал. Он не понял, это уже, как говорится, его дело, его проблемы. Так, где я остановился? На чем? О, у нас бутылок целая куча. Можно бутылками махать. Привет. Деньги. Деньги хватить хотела. Ах ты гад. Деньги тут тоже страшное оружие.
Ё-моё, ты чё, бессмертный? А, нет, не бессмертный. Лови. Вот так. Вот помогай после этого людям. Ты ему помог, он на тебя кидается. Зафрения у него какая-то прям активной фазе. Весеннее обострение. Привет, повар. Зачем ты свой колпак бросил? Он меня сейчас тоже куда-нибудь на дверь закинет. Ё-моё. Оп, кто-то встал у меня за спиной. Какие дела? Ну, все, все, обо все. Возникли кого? У кого-то еще возникли вопросы на любую тематику. Готов ответить. Так, что у нас здесь? Склад ящиков. Я вам помог, граждане в пиджаках. Вы зачем костюмчики свои надели, если вы такие хамы? Так, кто-то опрокинулся. Ай, не попал. Блин, я ему все ухо расковырял, а ему пофигу. Это вообще бутылка из носа торчит. Привет. Да ладно. Что ты говоришь? Какой свирепый оказался, а? Гражданин-мужчина. Гражданин-мужчина. Это я зря сюда пришел. Опять за банька публичная такая. О, они сейчас будут все вылезать дружно и на меня нападать, да? Да на, дай твою-то мать. Попади уже. Я попадаю, а ты почему не попадаешь, персонаж? Да в кучу прям тебя. Длинное. А вот так. Ну? И что, из всех встал только один? И ржет еще что-то. Что ты ржешь? Вам всю баньку испортили, а ты ржешь. Ну вот, как-то так. Вроде с банькой тоже разобрались. Идем дальше. Идем дальше. Помогаем полиции. В смысле, кажется, я перестарался с помощью полиции. Ну ладно. Привет! Так, хорошо. А, с тобой все в порядке. Мы это сейчас исправим. Пинаем через стенку. Как он агрессивно-то пошел вперед, вы видели? Ой, ой-ой-ой. О, вон, давай в камеру. В камеру! В камеру зашел. В камеру, говорю. Быстро! Камеру! Камеру лезь! Непонятливый. И из прыжка! Ножичек забираем. Что это за оружие у полиции? Ножичек. Полиция оружие огнестрельчатое. Либо спецсредство. Ножичек-то им зачем? Что он им будет делать? Изоленту резать? Колбаску на обед шинковать. Да-да, где вот так? А вот еще вот так. А привет. А еще здесь. Здорово. Как дела? На.
Воу-воу-воу-воу. Вышибло вообще оттуда. Еще раз с прыжка. А где-то еще один остался, но где он? Не понял. Последний, ты где? Где последний-то? Где-то сныкался. Вроде я все обшарил. Ну, тут как бы дорога из желтого кирпича уводит. Далеко. На последнего тут нет. А где последний-то? Эу. Уважаемый, выходим. Входим. Документы готовим к проверке. Где он? Куда он делся? Блин. Мы потеряли одного юнита, господа. Живой? Вставай. Не похож он на живого. Странно. Странно. А куда подевался-то, гражданин, мужчина? Ничего не понимаю. Ну-ка, ну-ка. Эй! Эй! Как так-то? Как так-то? Может, опять баганулось? Такое здесь бывает, что вроде всех вынес, а остался один. То есть суицид надо сделать. Тогда, наверное. Опа, вещь вернулась. Она что-то знает. Но здесь я заборол зло. Помидором. А, вон ты где сныкался. Вы видели, как я его проспал? На тебе. Забирай свою гитару. Мне она не нужна. А вот это я возьму с собой. Чтобы было что возживать по дороге. Так, выход у нас где? Может быть, там, где был выход, именно вот тот выход? Да, дорогу уводит. Из желтого кирпича. Нет? Нет. Тогда, наверное, выход там же, где вход. Логично предположить. Вход у нас был где? В баре. А, ну да. Это типа как бы ручки дверные. Там приделаны. 111 врагов. 22 минуты. С половиной даже. Ну, что тут можно сказать? Вполне себе. Вполне себе. Единственное, что тут засранец спрятавшийся, да, это вот была проблема. А в остальном вполне себе. Город, набитый злобными врагами. Что еще надо для радости в жизни? Называется данный уровень Таун Гедае. Гедае. Блин, я не знаю, как это читается. Сделан этот уровень Red Cat'ом. Так что заходим, скачиваем. Играем, ставим лайки человеку. Так как уровень вполне себе забавный. А у меня, в принципе, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще, прописывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.